Во многих религиозных культах практикуются человеческие жертвоприношения для получения поддержки темных сил. Это актуально до сих пор. Я Терри. У тебя красивые глаза. Профессор Макклс? Да? Я детектив Лукас Бойд. У нас два похожих жестоких убийства. Обстоятельства смерти крайне необычные. Вы понимаете, что тут написано? Я забираю силу, я становлюсь силой. Господь всемогущий. Это ритуальные убийства. Те, кто такие заказывают, желают обрести силу. У нее должны быть красивые глаза. Для убийцы это всего лишь бизнес. И раз он здесь, количество жертв будет расти. Такая же серия прокатилась по всей Европе. И теперь он перебрался за океан. Вам тоже страшно? Его засекли. Поехали. Хуму мимигува тани. Он снова растворился, как призрак. Я уже не уверен, что этот монстр вообще человек. Будьте осторожны. Возможно, вы следующий. Когда полиция бессильна, в игру вступает... Помогите мне, профессор. Морган Фриман. Для меня это дело принципа. «Профессор и призрачный убийца» в кино 6 апреля.